Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Молодым семьям в России предложили выдавать сертификаты на покупку нового автомобиля отечественного производства. Инициативу озвучили в Госдуме. По словам ее авторов, в программу можно было бы включить семьи минимум с одним ребенком, где возраст каждого из супругов не превышает 30 лет. Номинал сертификата – 1 миллион рублей. Еще одно условие заключается в том, что первые 5 лет машину нельзя будет продать. Трасса 101. В нашей стране быстро растет спрос на электрические самокаты. За первые 3 месяца этого года в сравнении с тем же периодом 2022 он увеличился почти на 50%. В топ-5 наиболее продаваемых электросамокатов входят 3 китайских бренда. Эксперты полагают, что популярность данного вида транспорта может снизиться, если государство примет новые ограничительные меры. В числе обсуждаемых инициатив – обязательная регистрация электросамокатов и запрет на управление ими до 16 лет. Трасса 101. У более 70% российских автомобилистов есть привычка готовить машину к лету. Среди наиболее популярных процедур, по данным портала Автомейл, проверка и заправка кондиционера, смена масла, фильтров, тормозных колодок. Большинство автовладельцев занимаются этим самостоятельно. 27% респондентов признались, что ничего не делают с автомобилем перед началом летнего сезона, кроме смены резины. Трасса 101. Принято считать, что покупать автомобиль с пробегом у частного лица по объявлению выгоднее, чем в фирме, которая специализируется на продаже таких машин. Якобы компания изрядно завышает цены, а участникам можно выторговать неплохую скидку. Прокомментирует маркетолог компании «Моторэксперт» Кристина Баженова. Не всегда собственник с Авито может действительно сделать большую скидку. В основном сейчас по объявлениям хотят как можно больше выжать сумму, которая есть. Соответственно, на фоне этого «Моторэксперт» со своими прекрасными скидками очень даже выигрывает. То есть клиент может прийти в «Моторэксперт» и на любое авто, в зависимости от авто, получить скидку до 100 тысяч рублей. Я не думаю, что на Авито частник может продать свое авто со скидкой 100 тысяч рублей. В основном сейчас скупо относится к продаже своего автомобиля. Это же моя ласточка, я же на ней 5 лет ездил. Как я ее дешево продам? Не продам, не отдам, да? Но это миф о том, что автосалон накручивают цены, перепродают дорого. Это миф. «Моторэксперт» находится в Кирове на Московской 172. Телефон 623-00. Сайт motor-expert43.ru. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».